вот посиди и подумай. Так, сейчас отметим отсутствующих. Я успел! Тупорев, ты надоел уже опаздывать! Вышел и зашел нормально! Мне уже твои опоздания вот тут вот! Трупца! Как обычно, вечно опаздывает. Вот грымся-то Марья Ивановна! О! А устрою-ка ей челлендж! Пауза челлендж в школе! Ну все, Марья Ивановна, держись! Так, я так понимаю, Тупорев возвращаться не собирается. Отмечу его как отсутствующего. Ха, видали? Тупорев, как что ты это сделал? Фокусы? Ха, кому фокусы? А кому правда жизни? Пацаны, я, короче, это... Я решил же Марье Ивановне челлендж устроить! Пауза челлендж в школе! Так что сегодня... Мы живем! Дайте сяду, Буренька. Да робота! Так, Тупорева отмечаю. А что сразу Тупорева? Я тут, на месте? Тупорев, не поняла. Я ж себя выгнала из класса. Марья Ивановна, ну так я зашел, как вы просили, как положено. И все, и занял свое место. Вы что, не помните? Ладно. Значит, все присутствуют. Начнем урок. Тупорев, я вообще не понял, что это у тебя за штука такая? Как ты ее остановил? Ты слышишь, Карик, отвернись, не пали. Тихо. Братан, мы что, сегодня что хотим, то и делаем? Да, почти все. Марья Ивановна, а вот мне кажется, вы переутомились. Не пора ли вам в отпуск? Чего это в отпуск, Тупорев? Учебный год только начался. Да у вас что-то это, проблемы с памятью, Марья Ивановна. Не помните, как я в кабинет зашел? Не, вам реально отдыхать надо. Кто-то еще будет сегодня. Тупорев, не грузи меня тут своим отпуском. До него еще работать и работать. А к доске пойдет... Ботанов. Ура, наконец-то! Кай, какой прикол сейчас будет. Ботанов, идем к доске. Что-то уже жарковато становится. Ага. Сейчас Ботанову точно двояк влепят. Ботанов, сколько можно ждать? Ты что, не готов к уроку? 100% не готов! Ставьте ему двойку! О, точно! Поддерживаю! Как нам так сразу? Время не даете даже встать почти! Ну, двойку Ботанову! Двойку Ботанову! Двойку Ботанову! Двойку Ботанову! Гуся Ботанову! Да! Ботанов, если ты сейчас не встанешь, я поставлю тебе двойку! Не ожидала от тебя такого. Марья Ивановна, простите, пожалуйста, я готов. Я пойду сейчас к доске. Да, конечно, раньше надо было. Что сидел, а? Не надо, Ботанов, уже поздно. К доске пойдет Тупорев. Как Тупорев? Марья Ивановна, а чё я сразу, а? Так, а сейчас у нас самостоятельная работа. Увижу открытые учебники или тетради с конспектами, забираю самостоятельную работу и ставлю двойку. Так, Затупин, тебе. Тупорев, тебе. Да чё это? Зачем? Держи. И ещё раз вам напоминаю, никаких шпаргалок, и если увижу, что друг у друга списываете, вы знаете последствия. Марья Ивановна, мы такое не проходили, да, пацаны? Да, мы проходили, а ты прогуливал, в смысле? Ты слышь, Ботан, дай списать, а? Нет, конечно. У тебя шпоры есть, братан, а? Ты за шпоры двойки ставил. Ты чё я туплю? Точно. Так, разговоры, я сейчас двойки всем лепу. Что там пишешь, а? Отстань, урок сейчас закончится, дай мне написать все. Слышишь, подожди ты, подожди, тебе говорю. Да все, я один вопрос пишу и все, ну.
Мне на тройку, а тебе-то что? Дальше будешь писать. Тем. Так может вы и мне шпору дадите? Коль Мария Ивановна зависла. Ну, а ты что, типа не знаешь? Бля, ты там знаний полная башка, я уже списался, что надо. Ты успел, братан, не? Почти все. Давай дописывай, надо же снимать еще, сдать до конца урока. Клево. Троечка, троечка. Ну что, все? А все, хватит тебе не поверить. Все, хватит. Плю прямо в журнал, если будете разговаривать. Майя, так что сразу двое? Все нормально, ну. Мы уже справились. Все. Можно сдавать и конец урока скоро, ну. Я тоже. Во! Отлично, листики передаем вперед. Не забудьте подписать. О, точно. А я уже подписал. Вот где? На, сдашь там на выходе. А! Что-то скучно. Лежать охота. О, Марья Ивановна, можно я в столовку сбегаю и перекушу? Ты что, Тупорев, совсем уже? Урок, на перемене сбегаешь. Жалко вам, что ли, а? Хорошо, что я перекус с собой взял. Тупорев, это что такое? А чё, я кушать хочу. Еще раз это на уроке увижу, пойдешь к директору. Да, Тупорев, что-то ты совсем оборзел. Что делать тебе, а? Сколько там до конца урока осталось? 15 минут где-то. Ладно, потерплю. Так, вы готовьтесь к следующему уроку, я пойду в учительскую схожу. Ха! Теперь можно поесть хоть нормально, спокойно. Даш, угостишь? Я тоже кушать хочу. А, сейчас, дома надо было кушать. Я бы тоже пепсик с чипсами покушал. Ага, сейчас. Мой пепсик, понял? Жалко тебе, да? Ты чё, ты чё? Вот посиди и подумай. Какие чипсы вкусные. Да, проучим мы тебя. Наелся. О, звонок. Есть идея. Ставь пепси рядом, как будто это все он съел. Ну что, начинаем урок? Туполев, что это у тебя во рту? А на парте что? Да не мое это, Марья Ивановна! Меня подставили вот эти два хламона! Он чипс ел, а он пепси пил! Это не я! Это ты достал! Марья Ивановна, честное слово! Это не я! Оскара тебе, Туполев, Оскара! Я же вижу, что это твое, вон руки все в крошках. Да Затупин с Батановым в жизни себе такого не позволят. К директору. Спасибо, пацаны, да. Кореша. Будь ты. Да-да, и с собой бери. Покажешь директору, чем ты на уроках занимаешься. Марья Ивановна, можно я зайду в класс, займу свое место? Можно. Что тебе директор сказал-то? То, что батю вызвал в школу. Я пойду сяду, хорошо? Чувствую, долго еще сидеть не смогу потом. Так тебе и надо, я предупреждала. Не надо кушать у меня на уроках. Покажи, что там у тебя. И ты что, так это просто ставишь? А что мне делать-то, а? Я знаю, что ты сделаешь. Поставь Марью Ивановну на паузу и разукрась ее. Точняк! Чё смотришь, а? Что мой пепси все выпил? Если что, это ты выпил. Да ладно! Не сдам я тебя! Я не поняла, что там за разговоры? Тупорев, тебе что, ма? Я сейчас покажу, кому ма, а кому много! Смотрите, пацаны! Ну чё? Селфи на память, да? Ха, улыбаемся, Марья Ивановна!
Ботанов, хочешь лопнуть от смеха? Пульт-то он тут оставил. Тупорев, это что такое? Марья Ивановна! Марья, это просто селфи! Марья Ивановна! Ну посмотрите, я просто селфи делал! Это что такое? Что за усы? Что за борода? Не знаю, Марья Ивановна, не знаю! Можно я лучше пойду домой? Со мной к директору! Ты заступил, попала иди меня! Иди давай!